Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». Сегодня готовим легкий летний салат с курицей. Для приготовления нам понадобится 2 куриных филе. Их можно отварить или запечь в духовке. Добавляем соль, перец, хмели сунели и кинзу. Специи можно добавлять любые на свой вкус. Натираем мясо специями, кладем сливочное масло грамм 70, заворачиваем в фольгу и ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 30-35 минут. Затем достаем из духовки и оставляем остывать в фольге. Нарезаем тонкими полукольцами один салатный лук. Три средних помидора. Пучок укропа и петрушки. Заправляем на свой вкус сметаной или майонезом. С оливковым или тыквенным маслом салат также будет очень вкусным. Я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус» и до новых встреч!